пошла. Нашел дикорастущее дерево, яблони. Вот, обратите внимание, яблоки довольно-таки, ну, мелковатые, а ствол прекрасный, стволик, ну, где-то уже, ну, сантиметров 25. А где нашел? Да это уже... Вот там. Короче, ладно, долго, а то сядет. Высота у него вот на сегодняшний день, ну, 2.5 метра. Компактное, раскидистое, красивое дерево. Никто его не подрезал, оно само выросло. Так, крупный план. А яблоки вот. И никакой болезни я на нем не обнаружил. Это, видимо, на солнечной стороне. Вот они зеленоватые, немножко он желтоватость, оранжеватость в них проявляется. Неплохо лежат. Кожа очень тонкая, блестящая. И вкус очень даже приличный. Ну, скажем, так, на четверочку тянет. Давай попробуем. Чтобы... Сейчас сполосну, потому что... Да так не надо, это ты... Надо. Так. Со Средней Азии никогда не могу. Сам могу сожрать, что хочешь. Но гостей угощать немытым яблоком не буду. Давай. Сейчас. Так. Давай, разрежу, а ты посмотришь еще, что за зверь. Вот, абсолютно белые, кожа тонкая. Ну, так оно сладкое. Да. И это полудикарь сенцевый. Это быстрее всего сенец, да. Наверное, птичка так клюнула или кто-нибудь. Запомни, как его зовут. Запомни. Сенец Чернобаева, точка. О. Теперь семена показывай. Очень приличные. А, семена? Да вон они. Что их показывать? Я их уже насобирал. Угу. Вот. Ну, подписал, чтобы не забыть. Дикая яблонь. В прошлом году... Иначе дикая. Ну, ну, самовыращенные. Угу. Вкус-то приличный, нежный. Да. Ну, кислинка. Наверное, на четверочку легко тянет. Так, ну все, еще сейчас сядет батарейка. Итак, угу. Кто мы имеем? Мы имеем сенец Чернобаева. Для подвоя, думаю, будет очень прекрасная вещь.